Сегодня весь мир отмечает День борьбы с наркоманией и День иммунитета. В связи с этим сотрудники наркоконтроля совместно с Министерством здравоохранения и молодежным парламентом призывали махачкалинцев сдать кровь в передвижной станции. Также все желающие могли пройти бесплатное медобследование в одном из пунктов. Всего по городу работали 3 центра в местах массового скопления людей. На Восточном рынке, втором и на Ирчи-Казаках. Здесь можно было измерить давление и уровень сахара в крови. В рамках реализации нарушений статьи 6.13 «Пропаганда наркотических средств» Кодекса об административной практике Российской Федерации проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов реализации заменителя табака под названием «Нас на свай». В связи с тем, что внесены дополнения и изменения статьи 43, она дополнена пунктом 53, о том, что сегодня в случае выявления фактов реализации заменителя табака несовершеннолетним данное лицо привлекается к административной ответственности.